всякий, кто из праздного любопытства рискнет проникнуть в склеп, поплатится жизнью. С незапамятных времен существует это поверье в горном селении Даргавс. Селение расположено в Северной Осетии, в Даргавской котловине, что находится между Кармадонским и Феогдонским ущельями, на высоте 1500 метров над уровнем моря. В Даргавсе проживает до 150 человек. Что значит слово «Даргавс»? В переводе с осетинского это означает «длинная поляна». Около селения Даргавс расположен так называемый город мертвых. Местные жители никогда не приходят к городу мертвых после захода солнца. Только в светлое время суток. И только для того, чтобы скосить траву вокруг склепов. И даже не заглядывают внутрь, чтобы не потревожить души умерших. Туристы в этом плане гораздо легкомысленнее и смелее. Город мертвых, также известный как Даргавский склеповый могильник, это комплекс наземных и полуподземных склеповых сооружений, построенных в период между 14 и 18 веками. Это самый крупный комплекс такого типа на Северном Кавказе. Вообще, в Северной Осетии насчитывается всего около 150 надземных склепов, которые разбросаны по всей республике, но большая их часть сосредоточена здесь, в Даргавсе, в городе мертвых. Как возник этот уникальный памятник старины, древнее осетинское захоронение, так хорошо сохранившееся до наших дней? Легенда гласит, что однажды в селение Даргавс пришла девушка невиданной красоты, и все мужчины аула, забыв про семьи, передрались между собой за право обладания красавицей. Выведенные из себя женщины потребовали изгнать ведьму из селения. Но мужчины решили поступить по принципу «так не доставайся же ты никому» и убили красавицу. После этого деревню Даргавс поразило наказание свыше – жестокая эпидемия чумы. Даже земля не хотела принимать умерших, поэтому оставшимся в живых пришлось устраивать наземные захоронения. Комплекс состоит из 95 сооружений, сложенных из грубо обработанных крупных камней, с использованием известкового раствора. Внешние стены обыкновенно оштукатурены и довольно толстые, толщиною от полуметра. Могильник застроен хаотично, без планировки. Здания достраивались по мере необходимости, рядом с ранее построенными склепами, оставляя лишь место для прохода между ними. Склепы обыкновенно закрывались деревянной дверцей или подходящим камнем, чтобы не допустить проникновения внутрь влаги и животных. При этом до сих пор остается тайной устройство засова с внутренним запором на дверце. Известно только, что вот эти квадратные отверстия по правую руку от лаза служили для просовывания туда руки, чтобы отпереть или запереть засов. Изначально захоронения были открытыми, без гробов. Труп покойного вносили через лаз и оставляли на деревянном настиле, либо поверх ранее оставленных тел. Позже, на смену открытым захоронениям, пришли захоронения в ладевидных колодах. Установлено, что в 18 веке, когда в районе Даргавса свирепствовала эпидемия холеры, заболевшие, дабы не заражать своих родственников, добровольно отправлялись в склепы и доживали там свои последние дни. А вот эта каменная полочка на стене склепа, по одной из версий, служила для того, чтобы на ней оставляли продукты, пришедшие навестить умирающего родственники. Говорят, что именно во времена эпидемии на одной из усыпальниц появилась надпись на осетинском языке, сделанная красной краской. «С любовью смотрите на нас. Мы были такие, как вы. Вы будете такими, как мы». К сожалению, надпись не сохранилась до наших дней. Рабочие, проводившие реставрационные работы в 90-е годы 20 века, приняли ее за каракули вандалов и закрасили звездкой.
Беспокойство местных жителей вызывает отношение некоторых туристов к захоронениям. Известны, например, случаи кражи костей из склепов или некорректной фотосессии. Одна из туристок выложила в Инстаграм изображение, на котором она держит на вытянутой руке человеческий череп, взятый из захоронения. Этим летом, после очередной публикации фотографии с человеческими останками из склепов, организация туризма в городе мертвых снова стала предметом обсуждения. Общественные активисты и дирекция музея договорились закрыть лазы склепов деревянными ставнями. Во-первых, чтобы туристы не видели человеческие останки внутри, а во-вторых, чтобы они не пытались забраться внутрь. Также было принято решение усилить охрану объекта. Древнее осетинское захоронение Даргавс – это уникальный памятник старины, сохранившийся до наших дней. И давайте будем относиться к нему бережно и с уважением. We'll be right back.